неважно, в домашнем или в гостевом, когда играешь с Барселоной, по-моему, абсолютно не имеет никакого значения, где игра проходит. Опа! Карлес Пуйоль! Вот это да! Это высокий класс! Какой же красавец, а! Вот так вот 1-0 превратились в 1-2. Нечего было зверя будить. Очень быстро пропустила Малага два мяча. Ну или Барселона забила, кому как больше нравится. Карлес Пуйоль из сложнейшего положения пробил. Так получилось, конечно, замыслить вот такой удар. Ну, можно сколько угодно. Смотрите, он ведь совершенно не смотрит. Он просто подставляет голову так, чтобы мяч полетел в створ. Это удар темечком, а это затылком удар, по сути дела. Оп! И под самую...